деле мне чрезвычайно приятно вас приветствовать и в таком непосредственном общении, и виртуальном. И, конечно, мы уже за этот год, который прошел с того момента, когда мы должны были провести этот конгресс, привыкли к этим новым условиям общения. Ladies and gentlemen, the participants of our Congress, yeah, I would like to greet you here at the Moscow Conservatory. And 1 year passed, and we have, yeah, and we can have. But nevertheless, I would like to greet you in this communication, also in virtual as well. И этот гибридный, как его сейчас называют, режим общения, он уже действительно стал распространяться даже на музыкальные конкурсы. Даже это сейчас делается именно так пополам. Поэтому думаю, что нам удастся преодолеть эти такие сложности. Ну, я думаю, что на самом деле они уже таковыми не кажутся. And in spite of this difficulties of this communication, let me express a hope that we will overcome all problems. И мне приятно начать вот эту преамбулу с приветствия министра культуры Российской Федерации Ольги Борисовны Любимовой. Дорогие друзья, от имени Министерства культуры Российской Федерации приветствую участников 10-го юбилейного международного научного форума «Евромат». Проведение столь масштабного конгресса в Москве подтверждает значимость российской музыкальной теории и анализа, которые традиционно были теснейшим образом связаны с европейской наукой. Конгрессы «Евромаг», до сих пор проводившиеся в странах Западной Европы, каждый раз подтверждают существование единого музыкального и научного пространства, которому принадлежит и Россия. Эта принадлежность вышла на качественно новый уровень с момента образования Общества теории музыки, которому в сентябре нынешнего года исполнилось 10 лет. Желаю успешной и плодотворной работы научному конгрессу министра культуры Российской Федерации Ольга Борисовна Любимова. Ну вот, не только приветствие было нам подспорьем для проведения этого конгресса, но, естественно, финансирование, которое также слилось из двух источников. Это бюджет государственный. И еще я хочу поблагодарить BP, это член нашего попечительского совета, который всегда поддерживает вот такие очень важные сообщества. Ну, поэтому вот эта благодарность должна сегодня также прозвучать. I would like also express my great gratitude for the financial support of our Congress to the Minister, as well as for the British Petroleum Society. Я приветствую всех гостей, всех участников онлайн. И должен сказать, что этот Евромаг, эта конференция, как бы соединяет в себе сразу несколько юбилеев. I would like to greet our friends, guests and participants of our Congress everywhere. And I would like also to notice that this Euromaг Congress unites different lands and collections. Во-первых, ровно неделю назад, 13 сентября, исполнилось 155 лет Московской консерватории. Чуть раньше, в начале сентября, исполнилось 10 лет нашему обществу теории музыки. Также ровно 10 лет прошло с тех пор, как наше общество примкнуло к конференциям Евромага. Это было в Риме в 2011 году. Has united the Euromaг. It was in Rome in the Academy of Santa Cecilia. Yes. И наконец, нынешний Евромаг тоже 10-й. And finally, this present Euromaг is also number 10. Вот. Ну, я сейчас не буду вдаваться в вопросы нумерологии, а просто хочу отметить
содержательный аспект нашего конгресса. Yeah, so, I would like to speak about new religion, but I would like underline the content of our congress. Тема: analysis, theory and history of music and their vice relationship. Анализ теории истории музыки, объединение, контраст или противопоставление. Ну, вот такой широкий подход, уже он ушел далеко от того, что понималось под школьной теорией музыки. Such broad approach differs from the scholar understanding of music theory. Сейчас фактически теория музыки понимается, слово «теория» именно в том смысле, о котором постоянно говорил Юрий Холопов, теория как наука, как умозрение. Nowadays the expression music theory is understood otherwise, just like as the science itself. Да, и надо сказать, что движение к этому отчетливо наблюдалось и на предыдущих конференциях Евромака, и на ежегодных конференциях различных национальных обществ теории. The movement towards this understanding was clearly shown in all the congresses of Euromach and in our Russian Musical Theory Society. Наши коллеги из Московской консерватории и вообще из России принимали участие не только в конференциях Евромака, но и в ежегодных конференциях в Германии, Италии, Франции, Португалии. Our colleagues and colleagues they took place not only in Euromach and in our Music Theory Society, but also in different foreign countries. Да, и всюду встречали вот такой широкий гуманитарный подход к проблеме. And they found such a broad approach to this problem as such. Следующее, что мне хочется отметить, это что, несмотря на то, что границы по-настоящему еще не открыты, они, так сказать, полуприкрыты, удалось пригласить все-таки сюда гостей из-за рубежа. I would like also to notice that in spite of this situation that all the frontiers are closed until today, but we have managed to invite here our friends from abroad. Вот, мы понимали, что это очень трудно, но сознательно на это пошли, чтобы наша конференция не была чисто виртуальной и онлайн. We understood very well that it was not easy, but we tried to make it in spite of that our congress would might international. Также мы, понимая всю огромную трудность, сознательно пошли на то, чтобы попытаться перевести русские доклады на английский язык, он синхронным. Yeah, they also made it possible to translate the speeches from Russian into foreign languages, yes, and some translation. И также большинство пленарных докладов с иностранных языков на русский. And the most principal speeches from the foreign languages into Russian. Мне хочется пожелать плодотворной работы нашему конгрессу. Now I would like to wish very good work to our congress. A successful work. Спасибо. Thank you very much. Thank you.